Из Таджикистана в Северную Осетию почтить память легендарного Бибова Таева приехала целая делегация работников культуры, искусства, актеров театра и кино. В Таджикистане Ватаева давно считают своим. На его ролях выросли целые поколения. О жизни в Средней Азии наш прославленный соотечественник говорил так. «С 1965 года я неразрывно связал свою судьбу с Таджикистаном. Что бы со мной ни произошло, куда бы меня ни забросила судьба, я всегда буду помнить о том, что мои истоки как актера уходят в таджикскую землю». За роль Рустама в художественной трилогии «Сказания о Рустаме» Ватаев удостоен премии за лучшую мужскую роль на Панамском кинофестивале. А за роль Хасана Арбакеша в одноименном фильме получил премию за лучшую мужскую роль на кинофестивале Республик Средней Азии и Казахстана в Ашхабаде в 1966 году. Это история. Вот эти фильмы, они на устах, они уже в современно, на сегодняшний день они уже сдублированы на родной язык, на таджикский язык. Раньше в подлиннике они были на русском языке в советское время. Поэтому фильмы, память о нем, пока мы смотрим картины с участием Бибова Таева, я думаю, он всегда с нами, он в наших сердцах, и мы очень его любим. И опять же повторюсь, что сегодня для нас это очень значимо и очень важно, ответственное. Некая миссия.